Одна из проблемных зон, которые здесь присутствуют, это пересечение собаки определенных линий. Она не должна заходить в дом. Вот видите сейчас. Нет! Нет! Моя задача, передо мной была поставлена задача, научить собаку не заходить в дом. Ну, маркер да, маркер нет, мы уже выучили, как бы. Я сейчас буду имитировать ситуацию, при которой... Ну, хозяйка будет обычно вести себя в бытовой жизни. То есть я не буду сейчас стоять цербером перед собакой. Я сейчас буду, ну, ходить, что-то делать там и так далее. Поставлю камеру, ну и посмотрим на поведение собаки. В принципе, у нас приоритеты уже расставлены, да. То есть она понимает, что я выше ее по линии иерархии. Она это хорошо понимает. Сейчас я ей поставлю... Сейчас я ей поставил как бы задачу не заходить сюда. Вот, ну и посмотрим, как это все будет дело проходить. То есть я буду ходить, заниматься, камера будет своя на свободном доступе, и дверь будет открыта. В обычной жизни она бы зашла бы уже сюда, как это сегодня вот утром, например, произошло. Посмотрим сейчас. Нет. Нет. Ситуацию, что я вообще уйду отсюда с кухни. Вот так. Нет! Нет! Ну вот это я присел на ее уровень, и она это восприняла как такое панибратство своеобразное. Вот. Но я все равно сейчас уйду с кухни.
Сейчас я вообще выходил из зоны видимости собаки, то есть я ушел с кухни, повернул туда. Из-за угла, конечно, я наблюдал, чтобы в любой момент я мог вернуться. Но все равно, видите, попыток не было. Я сейчас буду точно так же тут ходить, суетиться и еще, то есть имитировать действия, как она себя будет вести обычно хозяйка. Вот видите, опять здесь. Обнюхала, но границу не пересекла. Это хорошо. Привет. Повторно продублирую выход из зоны видимости собаки. Посмотрим еще, что, как она будет себя вести. Но опять же, я буду смотреть из-под угла, чтобы из-за угла, чтобы она меня не видела. А я ситуацию держал под контролем. Это очень важный момент, чтобы как только она попытается пересечь эту границу, чтобы я пресек ее ту же секунду. Это очень важно, чтобы у нее даже мысль не закралась по поводу того, что... Это в принципе возможно, это невозможно, эта территория принадлежит мне, ну, естественно, вожаку, кто выше по иерархии. Поэтому мы уходим, но держим все под контролем через систему зеркал, видеокамер или еще каким-то образом. Но здесь очень удобная ниша, такой вот колонна стоит, за которой можно наблюдать. Итак, давайте посмотрим. Так, вот сейчас не очень хороший момент, она ушла. Ну, даже хорошо, она придет, меня не будет видно. Ну, судя по всему, она потеряла интерес к этому, к тому, что, в принципе, заходить сюда нельзя уже. Теперь моя задача передать это все заказчице. То есть, видите, при мне собака не заходит. Приоритет. Ну, мы очень четко, хорошо все это делаем, все эти вещи. То есть, днем я нарабатываю, вечером я передаю. Если что-то получается не так, я утром опять под напильничком подшлифовываю, подделаю и вечером опять передаем. То есть, в принципе, у нас тут взаимопонимание очень хорошее. С вами был канал «Я и мой хвост», я его автор и ведущий Олег. Заслужите доверие, заслужите уважение, и у вас все получится. Спасибо.